К вывозу скопившегося снега и расчистке улиц Биробиджана приступили коммунальные службы города. Силами подрядной организации с привлечением рабочих и спецтехники в первую очередь расчищают придорожные полосы и завалы снега на перекрестках и пешеходных переходах, которые могут препятствовать видимости и способствовать увеличению аварийных ситуаций. Работы на самом деле не останавливались ни на один день. Работы продолжаются, ведутся, просто сейчас мы смогли усилиться в этом направлении и привлечь больше техники и единиц. Благодаря поддержке губернатора Ростислава Фернсовича Гаджетшилена мы получили дополнительное ассигнование именно на эти мероприятия и на эти цели. Размер поступивших средств составляет 15 миллионов рублей, что позволило значительно нарастить силы для проведения работ. Снег вывозят на специально подготовленные площадки на окраинах областного центра. Продолжаются работы и по расчистке заездов во дворы. Особое внимание уделяется социально значимым объектам. Андрей Кирюшин, Богдан Патрин, Новости 21.